Нихуя, в РК тоже охуенно народ, я понял. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! А кто запустил-то? Да заебали, бейте. Войт, это протопал, говорит, не в танке? БДК, ты? Ты напрасно тратишь наше время, паладин. А можно кулак павару? Белин левого, нету паладин. Один паладин я эту каску дал, она открылась. Дайте ману. Вы не можете, да, в одну точку? Сколько? Не падайте, да. Сейчас ману, возобнови щит на дрейна и анчалинга. Не знал, что тут два шага. Сука, чё не маме заливаю. Бамба, забила.
Отличная отличка. Гимном он отдал. Наверное, спасибо. Контроляция пошла или нет? Пристыли через взрыв. Да, а чё вы тут вообще не били? Чё у вас за ДПС? Да ёкарно. Да, на фулу вообще. Рейндж словите 15 метров. Разведитесь в рейндж. Хитти, короче. А ну, залейте шаман. Шипы еще только офигенец, как взрыв разума, звуков восстанавливает ману. Что? У пристов шипы, взрыв разума. Как дела? Сейчас встречи. Великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою!
Это, протопал ретрик есть? Да, спех нет. Блин, я на бойсе. Ты этот дурачок ходишь. Джит стоит сзади. Возле выхода. Появится грозный демон. Готовьтесь к задвению! Фибрилляция, шмот смени на ДД. Дайте фул баб по эклипсу. Снимаю этот, как он называется, стаки сбил. Продам мне по памсам, мастером призыва. Ты покорен мне, демон. Шаман по два снимает. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Дайте квест на Джанаксуса. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Я не могу атаковать... Перед вами Джанаксус! Эридарский повелитель Пылающего Легиона! Давайте поступим в ДК какой-нибудь. Нет, он не просто. Третью ауру поставь, Редрик. Трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью.
Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Ебой! Это лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Белин, твой энх. Так, мой рога. Пал в протопала спека световой ДК. У кого еще танк есть? Славик, что там мне Эрдру поконтролить может или не надо? Значит, будем бара первого скрывать. Так, блок, контролишь дерево. Изгнание, эфир по очереди. Присты, эфир в толпу, масс диспел, СДЦ. Филипец диспелишь точно, фибрилляция диспелишь точно. Сначала будем бить вара, потом кружок. Так, ну и фламба, кидай контроль на Колипала. Еще раз, Белин, квадрат, ромбик, протопал, треугольник. Вытяните, Белин, вытянешь, прежде чем квадрату побежать, вытянешь звезду в рейд. Дадите ей там что-то. Стан какой-то подрезать сухожилие, чек на пол. Пошли танки. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Беги, малышка, беги! Как звезду убьете, скажите ВК. Просто ты спейте массу. Фламба поднимает ДЦ. ДЦ не стоит в миликах. Звезду убили? Нет. Диспельте его. Бегите от роги. Да-да, помогай. Могу использовать эту способность. Сейчас. Надо подождать. Все убили. Бейте кружок. Надо подождать. Иди контроль, Маган, давай. Уйди от роги. Могу использовать эту способность. Уйди только от роги далеко, блядь. Подождать. Не сейчас. Нужно больше. Даже хилить меня не подходите. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Давайте быстрее, Лок. Я пока не могу использовать. Очень много дот на него вешают. Англиф дал ассиста, повешаешь метку на ханта, будете его бить. Я могу использовать. Сейчас? Когда Лока убьете. Бейте Лока быстрее. Я пока не могу. Ну, череп, короче. Надо подождать. Ты дурачки, что ли, нахуй, ебаный? Я пока не могу использовать. Ханты, давайте поактивнее. Убили. Бейте ханта. Ловушки раскидайте. Ледяные. Сейчас. Нужно больше. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Почему Лок? Давай дерево контроль лучше. Фир потом кинь. Я пока не могу использовать эту способность. Идите быстрее этих дураков.
Дайте маны срочно. Диспельте. Диспельте с ханта, пожалуйста, ходки. Подойди к медведю, эти кину маны. Ща. Кидай, вот достаешь. Паладина сдохнет. Паладина захильте. Я продолжаю на кину маны. Бейте быстрее этого дурака. Бейте ханта быстрее, лям. По хилу сало киньте какой-то, фир. Квесты. Альтея. Альтея там фирит что-то, нет? Активнее играйте. Использовать эту способность. Вот. Давайте дерево теперь бейте. Быстрее добивайте уже. Дерево бейте теперь луну. Захильте протопола. Маг еще. После дерева звезду. Слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Давайте, диспельте с него. Что вы смотрите? Я не понимаю. Обновление висит. Диспельте. Да, оно весь бой висит. Фибрилляция, диспельте, два стака сразу снимаешь. Сейчас. Я пока не могу использовать. Мана уже закончилась на диспел. Так прочитай гимн, мана. Отдавал. Альтея гимна, мана. Надо подождать. Я пока не могу. Веселый диспел, у меня 61, шамана 13, с руля 10. Альтея, начинай диспелить. Массовое рассеивание. Пока вы там будете бить, я уже робу убил в одного. Давайте дерево быстрее, потом звезду. Звезду. Эту способность. Не сейчас. Недостаточно ярости. Кого не бьете, им контроль даете. Ханты там, сало какое-то, оглушающий выстрел. Чё, у вас ничего на панели нету, блять, кроме автоатаки? Не сейчас. Я пока не могу использовать. Ледяную ловушку на мага киньте, чтобы он встал, блядь, постоянно. Надо подождать. Сейчас. То вы нихуя не играете, блядь. Да сейчас шаман, по-моему, несет, блядь, все, и выкнул. Не знаю, дайте еще что-то на ману. Нету маны. Тотем, не знаю. Был тотем, уже. Протопал возложение рук на шамана, дай. Четвертый пати. Когда я себе давался? Я не просто. Ну, иннер 10 секунд. Подойду сейчас. Блин, просто бегать между вами, это тоже. 3 секунды, 2, 1. Давай, заливай. Рядом. Жени, Жени, давайте, блядь, бейте, блядь, сейчас хилы сдохнут, нахуй. Диспел дайте. Что там, тотем откатился? Нет еще. Давайте, уничтожайте поле Павла. Ну пока живу, 20-20. И хиль там, не надо хилить там, только хила будет, никто не дамажит по рейду. Ну по танкам нормально прилетают. Бери, ну еще как-то стреляют походу. Мне не то дис. Ты там без хила проживешь, мой? Чего вы там долго будете колупаться? Давайте маны. Звезду бить. Считаю бить.
Все, людей возьму. Ну, блин, не все на ходу. Помались, конечно. Как скоробей пойдет? Стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Блять, они что до сих пор в склепе, сука? Ебать. Да там РЛ, долбоёб, на прошлой неделе, сука, нихуя не сделал, блять. Они убили одного босса и потом сдохли, блять, всем бойцам. А кто там РЛ, не Лаверман? Лаверман, да. Короче, будем бить так. Не в ретрика спекаться? Ты хила, да? Да хуй знает. Я не знаю. Так, если никто не сдох, но из них, то может. Ну или я тоже что-то не знаю. Добрый день. Сплотившись, вы сможете... Кому из вас лучше прошибает? Нет, темно, это светлое. Короны навстречу вам поднимаются две могучие... Хочу, я считаю. Крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Один, да, все-таки крестик по шаману. А не каску. Бамба, возьми портал. Ой, блин, это ж портал. Креста возьми, фокус. Четыре рука, по-моему, стоит за килограмм. Ищи, а при сумоне не по... Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Что там есть место у вас, нет? Ты вашему релу могу дать. Слава, 26 лет, есть место? Валик, где? Хан, ой, не сменил, наверное.
сегодня смогла все добивать. Лес не остановить. О, выбор. Воу-воу. Под две топки. Чем могу быть полезен? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов. Всем привет. Че вы там, блядь, застряли, нахуй, ебаный, вот как ногой в унитазе. Пиздец. Я не понимаю вообще, блядь. Нет, чтобы деньги сходить все сделать, блядь, нормально. Я предлагал сколько раз, давайте сделаем на братья, всегда все народили. Что-то сидите, блядь, я даже встретить собираю, но у меня людей не хватает. Мы 18 человек бьем боссов. Будет тебе такое испытание. Накидайте потом нам так. О, Слава, сейчас ачиву сделаем на Васте. Артфайдер, тебе выбор нужен? Под льдами Нордскола. Нет никакой ачивы не будет. Кто это Артфайдер? Слава, давай, пожалуйста, сделаем ачивы на Васте. Времени мало. Но она реально плотная. В следующий раз. Она на плотная, следующей неделе, когда классная. Вы не будете ходить в ебаные рейды, блядь. Когда можно было то чего сделать, блядь. Сбор начинался, блядь, час назад. Это ваша сейчас проблема. У меня еще рейд. Ставьте шкаф. Это за то, что я в рейд не пошел? Ну это один босс остался с ТВП. Ага. Ну за их 25500 и поесть. Этот протопал в танка, ну, в этого, ты с ДК танчишь. ДК слева или справа, там, наговоритесь вместе с ним. Я на 8. Чек на пол. Ну, давай лучше ДК в ДС, а какого-нибудь вара в танка, типа, КАЗ сбить. Так, я каски монореги додаю. Чё там? Нет, просто ДК подведет жука. Тут два жука всего лишь, подведет жука, проводим, и все. Сейчас, подождите, я дам с ним пробав. Герус, командуешь? Слав, тут на следующей неделе 100%, да, будем ничего делать? Ну, если я не сдохну, то это... Какой ачивы собрали взять? Король предатель. Сколько танков на нее нужно? 4? Ставьте в жопу босса. Че вы его сбоку держите? Убивайте жопу. Убивайте сверки, пожалуйста. Давайте Геру будем переводить. Пул ДД, босса, жуков под босс. Убьем только босса пока. Босса бьем 10 секунд.
Наверху сферки там есть, их надо разбить. Господин. На лед вставай. Там шиблять. Ой, верни суслика, я следующего кого-то верну. Хан. Ладно, дай. Да. Обычка. Массакру дать? Нет, не хиль теряет больше. Господин.